Всем привет, с вами Гималот. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Да, и мы продолжаем играть в игрушку Half-Life 2. Я сейчас затих, потому что пошел диалог. Ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Итак, мы добрались до более-менее безопасного места, и мы закончили в прошлой серии на том, что мы сюда зашли, послушали диалоги, и все закончилось. И вот только-только зашла вот эта героиня и стала нам что-то показывать. Я такой... Конечно, я знаю, что это. Лазером направляем в какую-то... штуку, что это камушек, получается много лазеров. Радуга. Я могу здесь что-то тыкнуть? А, я могу выключить. И что? Что вы хотите? Кто-то пришел опять? А, вот. Здравствуйте. Алекс, я-то думала, ты на посту. Вортикон так пустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристер Альянса. Да, вот этот портал. Но, по-моему, они должны работать в другом месте. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, когда не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? О, нам дадут новое оружие. Немного повеселимся. Пойдем, гравипушка, ура! Уровня не игрушка, Алекс. Так. Пошли отсюда. Пойдем. Нет, это игрушка. Такой сурьезный тетя. И безобидный такой добрый. Добрый старичок. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Клаустрофобия? И при этом ты спокойно... Это старая дорога в Рейвенхольм. Ходишь. По ней давно никто не ходил. Угу, ну, я сейчас скажу маленький секрет, мы туда пойдем. Туда пошли. Давно никто не ходил, а я пойду, потому что я Кожа Шима. Давайте мы просканируем ее. Так. Мы не умеем этим пользоваться. Жаль. А еще. Вот мы и пришли. Вот она, пушка. Тут есть ачивка найти на свалке какой-то предмет. Табличку. Да вот она. Чудесная пушка. Давай. Ей! И можно сильно толкать предметы. Ага. Оказалось, что это удобно для разминки. Ага. И? Вот так. Хорошо. А смена гравитационной... Нет. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. А, то есть... Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. А еще можно подтянуть вдалеке предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Давай. Где бочки? В каком выступе? А. Ладно. Кажется, я запорол это задание. Давайте... Покажи пирамиду из мусора и забирайся наверх. К тебе? Давай. Бочка. Нет, бочка это... Вполне должно хватить. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми предмет вторым рычагом и нажми... Да я уже к тебе запрыгнул. Что ты? Что ты меня обижаешь?
Я вот он я. Опять ладно, я опять что-то не так сделал. Я вообще хоть вон там что-то лежит. Давайте мы туда сходим. Подожди меня, главная героиня. Сейчас. А мне нужен ящик. Да, меня должна выдержать коробка. А это? Ее, вот она табличка. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, патроны полные. То есть, вот вы заходите, получаете пушку, и там табличка. Неожиданно. Что? Я подскользнулся на банке? Хорошо. Так, оп. Оп, есть. Так, есть какая-то собачка. Есть что-то? Есть? Я тут пришел. Хорошо. Хорошо. Привет. Я пришел. Он любит команду опор. О. Пес, ко мне. Вот это песик. Уди, пуськи-пуськи. Хороший песик. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так узенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Угу. Ну, я знаю, хорошо, из чего сделана голова. Тебе понадобится гравипушка. Хорошо. О, мячик, мячик, мячик. Ага, вон. Так, а туда надо забить трехочковый. Давай. А, нет, я хочу мячик. Молодец. А мячик? Еще пес. Ага, ждем мячик, хорошо. Отлично. Мячик, 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 мячик. Ну. Во, давай. Мячик, да. Мячик. Давай, поиграем в баскетбол. Оно куда-то поехало. А, нет. А, нет. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мячик. Нет? Спасибо. А как бы это так плавненько-то? Ага, нет, хорошо. Давайте издалека. Только не говорит, что я потерял мячик. Нет, вот. Да, нет, это не мячик. Ай. Сейчас, 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 сейчас. Опа! Ну, я был близок. Давай еще. Не бы как-то его. Как бы его. Что ты делаешь? Что ты со мной делаешь? Да. Как в тебя попасть? Нет? Может быть, надо как-то сверху. Не-не. Не, ну подожди, ну что ты. Сейчас он меня кинет что-то побольше. Сейчас он в меня кинет. А. Я не успел. Ого. Нет! Ну, я эту ачивку тогда выполню потом. О, господи. Хорошо, хорошо. Я убегаю, я убегаю. Уйди. Ой, вертолет еще. Жив. Пес, 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 пес. Ага, это Алекс. Как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Мы должны. Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф.
Идем на берег, не идем через рейс. Окей, бум. Но я не помещаюсь, я толстый. Так, пропусти меня, собачка. А, бежим, бежим, бежим. Ну, конечно. Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пёс, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Нет. Я хочу остаться с вами. Я так долго до вас шел. А, нормально. И все. И делай, что хочешь. Стоп. Ладно. Пистолетик нам в помощь. Вот недаром тут стоят пулеметы. Недаром. Айс. А как мне туда подняться? А, лестница. Так, пожалуйста, откройся. Не, можно, конечно, эту штуку всю пройти. Ага. С этой пушкой, но... Не страшно. Мы не ходим в Ривенхолле. Я вас понимаю. Ривенхолл. Ха-ха-ха-ха. Пошла музыка страшная, страшная. Фонарик кончается. То есть был город. Он не подчинился. Что там? А, там. Был город, он не понравился правительству, он ему не подчинялся, и они решили его закидать всякими нехорошими вещами. А чем бы мне в него кинуть? О, вот этим. Добро пожаловать в Ривенхолл. На-на-на-на-на. Умер. Он должен был умереть. Хорошо. Так, давайте посмотрим, насколько. Я не могу проверить. На каком. А, нет, вот. Раз. На каком расстоянии она работает? А, хорошо. Так, очка. А не тушите. О, привет. Сейчас на меня что-то нападет. Ну должно напасть. Нет. Хорошо, мой. Только не говорит, что там стоял. Чтобы залетик и нас ждал. Возьмем. Положим, возьмем. Положим. А
Бе-бе-бе таким быть. Бе-бе-бе. Фу-фу. Мне почему-то кажется, что сзади что-то должно прийти потом. Привет. Хорошо. Этим положим сюда побольше дисков. Дисков много не бывает. Побольше, побольше, побольше. Больше. Нужно больше дисков. А парочку огненных штук. Ну да, хотя если я так буду бегать, то это я долго буду. Так, иди сюда. На-на-на-на-на! По-моему, он только что ругался. Как ему больно. Так. Так, хорошо. Это мы сюда. Бочка. Ты опасная. Там кто-то лежит, спит. Нет, нет, не, ну баночка, конечно, можно. Нет, нет. Почему я не смог завернуть за угол? Давайте возьмем еще пару дисков. А? Что-то скрипит. Ага. Сейчас они как выпрыгнут. Кар-кар-кар. Кар-кар-кар. Хорошо. Тут есть эта штука. Ибо сказано, что они стали подобны тем демонам, которые существуют во плоти, но в которых нет света. Прям паладин какой-то. О, нет света. Или какой-нибудь жрец. Нет, больше паладин. Во имя света они там все делают. Та-та-та-та-та-та. По-моему, там кто-то идет. Да, вон они идут, идут такие. Идут. Идут. Не идут, так. Идет. Нет. Вот только вот самое интересное, у некоторых головы отрываются, ну, точнее, слезает этот хедкраб, а у некоторых нет. Хорошо, так. Аккуратненько проползаем. Там еще есть? Должны быть. Ой, привет. Ну, плохо. То есть это, считайте, монтировка. А как тебя включить? Ага. Ладно, называется, теперь самому бы в это не попасть.
Ага, вот это очень интересно. Двигатель нет. Просто оттуда должны пойти зомби. Вон они лежат. Бомбе. Бомбе. Кажется, они идут. Я слышу, как они идут. Привет. А, то есть они вышли из той комнаты. Хорошо. Да, я очень медлителен. Я просто не хочу. То есть они здесь сидели и хихикали. Опасно разжигать огонь. О, потухло. Давайте возьмем еще бочечку. Ангел их преследует. Ня. Уф, как я сам себя-то, а? Какой я молодец. Сам себя бочечки-то и взорвал. Так, давайте мы возьмем эту штуку. Да, я буду сидеть под ней. Потому что я потерял все свои бензопилы. А, не, вот. Есть. Я больше не буду кидать бочки. Ты какой-то недобрый. Я угадал. А кто еще недобрый? Кто из вас еще недобрый? Давайте включим. Ура, мы восстановили здоровье. Так, хорошо. Давайте посмотрим, сколько. Угу, еще есть время. Так. Я хочу, чтобы вы сразу все вылезли и все было в шоколаде. Откуда вы повылазите? Чтобы я успел добежать. Булочка. Я молодец. Ну. Ага. И чем мне в него? А кто это? Еще одна метущаяся душа? Нет. Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. Какой веселый дядя. И почему-то я не смог стрелять в этого зомби. То ли потому, что это он их должен пристрелить, то ли по другой причине. Ага. Полезно иметь фонарик. Аптечка. Так, метущаяся душа.
И это все замечательно. Это все очень. Привет. Это все очень. А, эй, отдайте мою пилу-то. Ой, где моя пила? Пилу отдайте. Вон там же лежит зомби. А вот, вот пила. 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 Чи, 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 чи. Как, а как тебя оттуда выпустить? Открывай дверь. Чё? Я не понимаю. Я прошу прощения за вот это. Это не я придумал. Это так и было. Это такой маленький туториал, что можно с ними делать. А мне все равно нужна моя пила. О, да, давайте возьмем побольше. Так, еще. Нет, я, конечно, мог бы взять весь арсенал, но... А может быть, у нас что-то есть сверху? Сверху вкусняшки. Вкусняшки? Нет. Нет вкусняшек. Может там... Нет, там есть тайник. Там есть тайник. Давайте мы возьмем эту скамейку непослушную. Скамейка. Что-то... Я не знаю, что меня поджарило. Да, я сейчас занимаюсь фигней. Я хочу взять этот тайник. Но этот стол не хочет вставать, как ему надо вставать, поэтому... Какой? Вот ты. Ладно, 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 хорошо. Идем. Идем. Там по идее какие-то маньяки. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. А, вот моя бензопила на всякий случай. Подожди, а как вот это сломается? Так, выключим. Нет, мы включим. Тут же еще два зомби. Давайте. Ой. Я не в ответе за слова, которые они говорят. Они могут показаться очень плохими. С тобой-то мы разберемся. Так. Что ж, давайте на этой веселой ноте мы закончим.
Спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите канал. Надеюсь, вам он приносит какую-то пользу. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующей серии.